Ну а перед началом моего видео хотел бы посоветовать очень крутой канал начинающего блогера Алина Март. На этом канале вы можете найти различные разговорные видео, а также влоги и блоги. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на этот классный канал. Ну а мы переходим к моему видео. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Твикли, ребята, и сегодня мы продолжаем тестировать различные костюмы в нашей деревне жителей Майнкрафта. Дорогие друзья, в прошлом видео я вас попросил написать, сколько вам лет в комментариях. Вот, ребят, и в этом видео я бы хотел, чтобы вы написали, какой ваш любимый фильм. Мне действительно будет очень интересно это прочитать. Вот, ребята, также давайте поставим лайк за 5 секунд, потому что сегодня мы испытываем очень-очень-очень долгожданный костюм. Многие мне писали, чтобы я испытал этот костюм, ребята, и поэтому сегодня я буду его испытывать. Поэтому, ребят, давайте скорее поставим лайк за 5 секунд. Давайте, ребят, я даю 5 секунд. И вы ставите свой крутой лайк. 1, 2, 3, 4, 5. Все, ребят, думаю, вы успели поставить лайк. Если нет, то перемотать видео и попробуйте еще раз. Ребят, как я говорю ранее, точнее, как вы прочитали по названию этого видео, сегодня я буду тестировать костюм конкурента. И, ребята, я не знаю, просто посмотрите, насколько круто выглядит костюм. Он как будто, знаете, вот это как костюм Зума, только как будто в нем лава. Видите, то есть основные вставки тут такие темно-синие. Вот, ну, а как будто за этим костюм такие, знаете, как будто течет лава, ребят. Действительно, очень круто сделано, действительно, костюм очень-очень красивый. Вот, но, ребят, мне все равно костюм Зума больше нравится, он все равно самый крутой. Но, ребят, костюм конкурента тоже такой. Достаточно классно, ребята. И сейчас будет у нас опрос в правом верхнем углу. И вы, ребят, проголосуете, какой следующий костюм мне испытать. Вот, я не знаю, сколько я включу костюмов. Наверное, костюма 3 или 4. Вот, и поэтому, ребят, вот сейчас вот справа сверху появится такой кружочек с таким восклицательным знаком. И вы проголосуете, какой следующий костюм мне испытать. Посмотрите, ребят, сколько у нас уже накопилось крутых костюмов. Вот, посмотрите, просто их достаточно много. Я уже скоро их буду перевозить в новую лабораторию. Вот, ребят, ну и чтобы не было так однообразно, я имею в виду то, что все костюмы я испытываю постоянно вон там вот на поляне в лесу. Вот, ребят, и чтобы не было так однообразно, сегодня я отправлюсь специально в город. И именно там мы побегаем в этом костюме. Да, ребят, этот костюм будем тестировать сегодня в настоящем мегаполисе в Майнкрафте, в настоящем городе, ребята. Поэтому, ребят, давайте уже поскорее наденем этот костюм, я покажу вам немного в лаборатории, ребята. И просто, ребята, посмотрите, как он круто выглядит. Просто офигенно, ребят. Я не знаю, этот костюм действительно очень классный. Вот, ребят, просто очень-очень круто. Если честно, ребята, мне кажется, что со спины немного недоработали. То есть просто ставили такую, ну, синюю спину и как-то, ну, не очень красиво, но ладно, ребят. Но зато спереди просто посмотрите, как он круто выглядит. Вот, наверное, костюм Зума и конкурента теперь мои самые любимые, ребята. Так, ребят, давайте включим нашу суперскорость. Вот, и мы вот так вот бегаем, ребят. Я не знаю, давайте возьмем, наверное, с собой в город Тахионный ускоритель. Пусть у нас он также будет. Так, он наделся. Да, ребят, наделся. Ребята, оказывается то, что на всех костюмах абсолютно можно регулировать свою скорость. Это я только недавно узнал, мне в комментариях вы написали. Также можно менять скорость, ребята. И вот так вот мы теперь круто бегаем. Ребята, думаю, уже стоит отправляться в город, и там мы протестируем все остальные способности. В общем, поехали. Итак, ребята, мы уже в городе, и давайте я надену эту маску, ребята, и мы становимся настоящим конкурентом, ребята. Те, кто смотрели сериал Флэш, думаю, знают, что это за злодей такой, ребята. Он появился в 3-м сезоне вроде, ребят. И, ребят, посмотрите, просто как мы круто бежим по городу. Это просто офигенно. Так мы под каким-то мостом пробегаем, ребят. Просто город очень классный. Вот, эту карту я вот нашел в интернете и подумал, что она идеально подойдет для моего обзора костюма, ребята. И мы бежим со скоростью, кстати, 150 км в час. Делаем немного ускорения, бежим со скоростью 200 км в час, ребят. Просто смотрите, какое ускорение, ребят, офигенно. Так, опа, здесь конец города. Так, разворачиваемся, бежим вот сюда, вот, ребята. И просто посмотрите, 200 км в час по городу, ребят. Нас вы за такое, конечно же, оштрафовались, мы ехали на машине, ребят. Но мы супер-мега быстрые, поэтому нас никто не догонит. Давайте, ребят, мы немного увеличим нашу скорость, так, прибавляем. Опа, ребята, еще. И бежим со скоростью 450 км в час, ребят. 450 км в час по городу. Но меня даже не успевает город прогружаться. Просто давайте, кстати, сбежим на мост. Так, на главное попасть туда. Так, так, хыть. Так, опа. И на мост побежали. Вот, ребят, мы так просто бежим по мосту. Офигеть. И вот так сворачиваем и туда вниз, ребята. И под мост. Так, у меня много урона получили. Это ничего, ребята. Ой, так, мы бежали за город. Так, ребят, просто костюм очень-очень крутой. Мы в нем выглядим очень круто. Так, это Хион ускоритель. Он у нас надет или нет? Потому что как-то... Ну-ка, если его снять... А, тогда понятно, у нас тогда будет вот такая вот скорость, это 250 км в час. Надеваем, и у нас 450 км в час, да? Вот, ребят, собственно, очень классный костюм.
по городу действительно очень круто бегать. Давайте мы сделаем замедление времени, чтобы нам было немного удобнее бегать. Вот. И, ребята, вот такая вот у нас скорость 450 км в час. Просто, ребят, просто как мы можем так бежать. Вот там, например, какие-то злодеи грабят банк, мы такие, опа, и всех такие раскидывают, ребят. Очень-очень крутой костюм. И город, кстати, тоже очень классный. Так, ну мы вот так здесь пробегаем. Это какая-то у нас такая центральная дорога, наверное. Просто посмотрите, какие крутые дома, просто небоскребы, да. И сейчас мы будем прыгать, так, опа, и почти мы попали, почти, ребята. Так, как разворачиваемся и бежим. Просто, ребят, по городу мы классно очень гоняем. Смотрите, мы можем даже бежать задом, вот так, смотрите, опа, и бежим задом. И можем даже боком бежать, вот так вот, то есть это вообще для нас не проблема. Ребята, тут заметен подземный переход, давайте мы в него вот так вот забежим, так, опа. Забегаем, и вот так вот, и, ребят, посмотрите, мы бежим по туннелю метро. Офигеть, ребят, и выбегаем. Просто очень круто, ребят, костюм нереально крутой, очень-очень классный. Так, вот, ребят, какой-то небоскреб. И посмотрите, ребят, там большой дом, ребят. Просто офигеть, ребят. Очень-очень крутой костюм, очень классный город. И если, ребят, вам тоже нравится этот город и костюм, то ставьте, ребят, большой свой палец вверх. Так, ну что же, я думаю, что нам стоит уже здесь немного пробежать. Опа. Кстати, ребят, посмотрите, как у нас работает регенерация. Я только что упал, и мне сразу же отрегенерировал 2 сердечка. Очень-очень, ребят, круто. И мы так здесь бежим, так прикольно. Что ж, ребят, я думаю, то, что на этом все. Ребят, голосуйте за следующий костюм. Так, сейчас это снимем, так вот, опа. И, ребята, на этом все. С вами был Твикли. Ставьте лайки, ребят, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Не забывайте, ребят, написать в комментариях, какой ваш любимый фильм. Вот, ребят, ну и не забывайте также голосовать за следующий костюм, ребят. С вами был Твикли, и не прощаюсь, а говорю вам, ребят, до новых встреч.